галерея имеет честь представить вам выставку работ живописца Сергея Волочаева. Выставка подготовлена при очень активном участии и при инициативе, да, хранительницы и знатока, естественно, творчества своего отца Светланы Волочаевой. Прошу. Интересные, работать было очень приятно с ним, и работы как-то хорошо сразу привели на свои места. Было интересно, извините, покопаться в том, что нам Светлана разрешила посмотреть. Вот. Но мы попытались выбрать знаковые работы разных направлений творчества Сергея Васильевича. Ну, как получилось судить вам, нам нравится. Для начала, дамы и господа, позвольте предоставить слово президенту нашего аукциона Татьяне Юрьевне Егеревой. Ну, мне хочется сегодня только об одном сказать. В последнее время все обращаются к нашим, так скажем, советским истокам. Мы вспоминаем свое детство, мы вспоминаем, чему нас учили, мы вспоминаем, что нас учили смотреть и оценивать. Ну, то есть все то, с чего начинается Родина. Мне кажется, сегодняшняя выставка, она отвечает вполне на этот вопрос. Она начинается вот с этого. Вот с этого света, вот с этого цвета, вот с этой весны, вот с этого неба и с этой воды. И вспомнить сегодня Сергея Волочаева и поблагодарить его за то, что он нам дает возможность вспомнить это, ну, то есть то, чему нас учили. Мне кажется, это большой подарок нам с вами в эти весенние дни, перед нашим главным праздником, который стал базой, основой для восприятия нами вообще мира. Потому что природа просыпается, и она просыпается в том числе и в наших головах. И вот Сергей Васильевич нам помог вспомнить еще раз, что и в душе она тоже просыпается. Большое спасибо Светлане, большое спасибо Сергею Волочаеву, большое спасибо всем тем, кто учит так писать природу, и тем, кто эту природу так пишет, что она доносит до нас наше естество и существо.